В Доме спорта города Заволжья в течение 2 дней, 21 и 22 января, проходили соревнования по пауэрлифтингу. Участники приехали в Заволжье со всех концов Нижегородской области. Последние 2 дня, вчера и сегодня, мы проводим здесь, в городе Заволжье, открытые чемпионаты первенства Нижегородской области по пауэрлифтингу, жиму классическому. Турнир проводится под эгидой Министерства спорта Нижегородской области, ну и организовывает его, естественно, спортивная федерация Нижегородской области по пауэрлифтингу. Здесь участвует более 200 спортсменов со всей Нижегородской области, достаточно много городов представлено, начиная от Уреня, Шаранги и вплоть до Кулебак, Лысково. Вот, поэтому спортсменов очень много, идет отбор на чемпионат Приволжского федерального округа, на чемпионат России. У нас выступают все возрастные категории, начиная от юношей, юниоров, взрослых и вплоть до ветеранов. В Заволжье мы проводим турнир ежегодно, принимают нас здесь очень тепло, спортсменам и организаторам очень нравится. Вот, это вошло в традицию, но не только в Заволжье мы проводим турниры по всей Нижегородской области, развивая и популяризируя тем самым наш вид спорта. И в те города, где мы проводим, оттуда выходит потом очень большое количество спортсменов. Вот, поэтому нам здесь нравится, и мы ежегодно будем здесь проводить эти турниры. На этом турнире особо больших призов мы не делали для того, чтобы замотивировать ребят к дальнейшим выступлениям, и уже на чемпионатах и первенствах Приволжского федерального округа и чемпионатах России призы будут более достойные, новые партнеры. Вот, поэтому мотивация у ребят очень высокая. Заволжане и горячане выступили достойно. Пожелаем им удачи в будущем и спортивных побед.